Волновато, потому что мы еще маленькие, вы нас простите. Мы сейчас делаем линеечку, да, красивую линеечку. Линеечку, сделали мне линеечку. Идем сюда, просим прощения, мы еще совсем малыши, у нас самый-самый первый дебют. И сейчас мы с вами немножко познакомимся и узнаем, как нас зовут, что мы любим и кем вот наши малыши будут, когда вырастут, да? Меня зовут Ника. Мне 4 года. Вот она у нас будет продавцом и будет продавать коньки. Замечательно. Похлопаем на следующую нашу. Как тебя зовут? Расскажи нам. Я зовут Таня Козлова. Мне 4 года. Я люблю лепить и рисовать. Вот. Я буду парикмахером. Потому что он причесывает и делает классные прически. Меня зовут Данила. Мне почти 4 года. Я люблю есть мороженое, печенье, рисовать красками и карандашами рисовать. Я хочу стать гонщиком и хочу стать номером 1. Вот у нас будущий гонщик. Меня зовут Лиза, мне 4 года, и я люблю рисовать и чинить. Я хочу стать инженером, потому что это интересно. Я буду чинить игрушки. Меня зовут Маша, мне 4 года. Я люблю из мороженого печеньки и пить чай и торт. Космонавтом. Потому что я хочу летать на другие космодромы и на другие планеты. Вот так вот. Как вы думаете? Меня зовут Юля, мне 4 года. Я люблю смотреть мультик. Цирку Пеппу. Мы еще не определились, с кем мы будем. Мы подрастем и выберем. Ну а пока мы еще маленькие, мы еще не доктора и не космонавты, но мы зато умеем превращаться в лягушечек. Лягушечки! Лягушечки! Прыгают. Вот такие у нас замечательные лягушечки. А еще мы умеем превращаться в кошек. Замечательные котята на сцене. А еще мы умеем превращаться в птичек, в ворон. Давайте покажем, как мы здорово умеем превращаться в ворон. Полетели птички. Замечательно. Вот как много мы уже умеем в таком маленьком возрасте.